Дашенька, осторожно с собакой, чтоб не покусала. Гриша, Гриша, место, где мужчина и женщина становятся одним целым. Четыре буквы. Одним целым? Четыре буквы. Дом? А? Дом не подходит. Дом три, ты чё, Гриш? А, диван. Диван. Ну, пять, Гриш. Кровать. Стол. Как? Стол. 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 Ну, одно целое. Слушай, подошло. Дорогие друзья и близкие, от лица Платона и Зинаиды, я рада приветствовать всех вас и благодарю за то, что вы собрались здесь, разделить с нами этот счастливый момент. Платон и Зинаида испытывают огромную привязанность и уважение ко всем собравшимся, поэтому они пригласили вас стать свидетелями своего торжества. Вступление в брак – это сугубо личный поступок, но для того, чтобы черпать силу и продолжать долгие годы, их союз должен одобряться родными и близкими. В этой связи Платон и Зинаида обращаются сейчас ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак и готовы ли вы принять нового человека в свою семью и свои друзья? Молодцы. Что она говорит? Тише, Платон. Я тебя прошу, потише. Брак – это серьезный поступок. Готовы вы ли легко и не раздумывая дать друг другу клятву любви и верности? Молодые. Я устал, я хочу присесть. Зинаида Львовна. Платон Сергеевич, я прошу тебя потерпеть. Хорошо. Мы готовы. Прошу вас подкрепить свое решение клятвой. Жених. Я Платон Сергеевич. Это я Платон Сергеевич. Ты говори просто, я Платон Сергеевич. Она говорит, что она Платон Сергеевич. Да не она, она просит тебя, чтобы ты сказал, я Платон Сергеевич. Хорошо. Я Платон Сергеевич. Я. Ты? Да ты. Мы Платон Сергеевич. Невеста, я Зинаида Львовна. Я Зинаида Львовна. Жених. Я знаю. Да ты. Это мне повтори, тише, Платон. Да, беру тебя, Зинаида, в законные жены. Куда она тебя берет? Ты ее берешь, меня, в законные жены. Я ее брать не буду. Повторяй за невеста, за ней. Беру тебя, Платон, законные меня. Мужья. Хорошо. Жених, обещаю любить и оберегать тебя. Ладно. Говори. Повторяй. Берешь меня в законные жены, повторяй. А мои не будет? Будет. Беру тебя, Платон, законные мужья. Беру тебя, Платон, законные мужья. Жених, обещаю любить и оберегать тебя. Любовь – это светлое чувство. Вот мы, когда еще в финскую войну попали в поселок Нарьямяки, финны там нас заставляли учить финский язык. Для чего? Потому что наш политрук Николай Петрович Кожемякин влюбился в финскую женщину. И финская женщина... Платон. Отказала ему взаимностью. Ну зачем ей это слушать? Ну зачем? И возраст твой знать. Не надо. Давайте дальше, девушка. Да. Хорошо. Невеста, понимать и уважать тебя. Понимать и уважать тебя. Это я про тебя. Правильно. Невеста, всегда, чтобы не готовила нам будущее. Всегда, чтобы готовила нам будущее, мы готовы. И я не докончил. Невеста, и у них... я брошу вызов любым препятствиям, с которыми нам суждено будет столкнуться. Дальше. Невеста, именем всего, что мы создали вместе. Дальше. Невеста, из всего того, что будет создано. Дальше. Невеста, я предлагаю тебе свою любовь и верность. Я предлагаю тебе свою любовь и верность. Понял, нет? Зина. Все, дальше. Платон и Зинаида, обменявшись клятвами, вы объявили о своем твердом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой. Теперь вы можете в знак верности обменяться кольцами, древним символом, простым и священным. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Поздравляю вас, любви и всего самого хорошего. Спасибо, до свидания. Зина, кто это? Где мы, Зина? Ты что, Платон? Специально? Специально, да? Ну ладно, все. Ну не обижайся. Ты сегодня мне принес не букет из алых роз, а что? Семь букв. Что, зарплату? Зарплаты это много. Зарплата. Деньги мало. Деньги. Думать. Так, принес. Подарки. Да нет. Сюрприз какой-то. Ну какой? Ладно, давай к этому вопросу мы еще вернемся, Гриш. Давай. Будем думать. Очень тяжелый вопрос.
Женщина, здравствуйте, добрый день. Одну секундочку. Добрый день, я вас слушаю. Вы знаете, я у нас сегодня с женой дата. Я бы хотел бы купить букетик цветов. Вот все вы, мужчины, так вспоминаете о женах только в юбилее. О чем вы говорите? Я каждый год вспоминал о жене. Да? И вспоминаю, конечно. А я вас что-то раньше в нашем салоне не наблюдал. Да потому что я не заходил. Вы знаете, я срывал ей цветы с клумб. Плохая примета, молодой человек. Ну, вы знаете, я в примету не верю. Напрасно. У нас широкий ассортимент, так что лучше заходить к нам. Ну, спасибо. А что бы вы посоветовали? А какая она у вас была? А, была? Вы знаете, раньше она была как-то блондинкой, а последнее время она вдруг стала рыжей. Как вы? Надо же помнить. Ну, как же не помнить? Она же жена. Ну, а какие цветы любила? Любила гвоздики, а последнее время розы. Все вы, мужчины, так. Сначала дарите дешевку жене, а потом, когда уже женщина сама намекнет, начинаете дарить розы. Ну, я же вам сказал, что мне очень богатая жизнь. Это сейчас я бизнесмен, ну, пивом торгую, а раньше были только гвоздики. Поняла. О чем вы говорите? Ну, может, все-таки... Ну, хорошо. Ну. Я бы вам посоветовала, поскольку у вас юбилей, сколько, вы говорите, лет прошло? 10. Возьмите букетик из 10 роз. 10? Конечно. Ну, это же четное число. Хорошее число. Но это... Но у меня же юбилей. Ну, в таком случае, если финансы позволяют, возьмите 20. Но у меня юбилей. Возьмите 40, ей будет приятно. У меня юбилей. Возьмите, в конце концов, на все деньги. 60, 80, 100. Тяжелая вы женщина, извините. Куда же вы, мужчина? Какой нынче странный клиент пошел. Осторожно. Ой. А кто у вас? Девочка. Поздравляю. Сейчас напишу свой голос отчаяния. Так. Меняю. Блин. Девочка. Да. Один мальчик. Мальчик. С доплатой. Все. Поздравляем! Поздравляем! Кто у вас? Девчушка, девочка, ребята! Когда же начнете мальчиком-то выдавать Мертвочева? Ну, когда? Ждешь? Жду. Я тоже жду. Ну? Поздравляю вас, у вас мальчик. Yes! Это у меня. Yes! Это у меня мальчик. Слушай, руки. Я здесь всю ночь стоял, ты это знаешь в очереди. Очередь моя. И мальчик мой. Спасибо, друг. Спасибо. Мальчик. Гриша. Да я ж нервничаю, ты понимаешь, я ж на посту здесь. Да спокойно, все нормально. Гриш. Давай. Жили-были дед и баба. Так. И была у них курочка ряба. Понял. Жанр. 5 букв. Жанр. Былина? Былина. 6. Легенда. О динозавре.
Сейчас, сейчас, подожди. Пять. Ну, не сразу, что же? Ну, что тут отгадывать, жанр? Предание, сказание. Состояние. Пять букв, жанр. Эпос. Эпос. Так четыре буквы. Двумя «с». Серьезно? Серьезно. Эпос, подходит. Эпос. 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 Вот ты смотри, продыху нет, а? Льет и льет, льет и льет. В прошлом-то годе было как. Она ведь когда на большак сунулись, там никого. Сереет табак. Думаю, может и не затеваться. И не раскурить будет. Когда бывалось... Ох, да что говорить, как на дышь оплошали. Долго мучились потом. Причем с извинениями было. А ты что, Даниловна, молчишь? Али не согласна, аль как? Давай, ладно, свое. Затевай. Любит? Не любит? Плюнет? Поцелует? К сердцу прижмет? Не пропускай. К сердцу прижмет. По лбу звезданет. Любит? Не любит? Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, по лбу звезданет. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, по лбу звезданет. Ну что? Давай! Даша, осторожнее, я сказал, собака, не хватало еще нам укулы. Гриш, от столбняка. Что скрывается за улыбкой Джоконды? За улыбкой Джоконды. Интрига. Тайна. Четыре буквы. Недосказанность. О, четыре. Так зубы. Как? Зубы. Зубы подходят. Пиши. Целый час, Виктор, ты сидишь со мной рядом. Я просто не верю, что тебе никуда не надо. Ни за пивом, ни к мужикам в гараж. Ой, Вить, ты меня любишь? Понятно. Как серьезная тема, у тебя всегда отговорки. Конечно. Ты у нас говорун. Мама мне сразу сказала. Тамара, ты к матери всегда так относился. Мать мне сказала, ты с ним, Тамара, хлебнешь еще горе. Да-да-да-да-да. Она была права. А подруги мои, ты их просто на дух не перевариваешь. Почему? Это моя опора. Не ты моя опора, Виктор, а они, Люся и Света. На них я могу положиться. А на тебя? Что я с тобой за 12 лет увидела? Куда мы съездили? За город, на трамвае. Ёжика он мне подарил на рождение дочери. Да, да. Сколько дочке лет, кстати? Не помнишь. А детей у нас сколько? Два. Одно. Как деньги есть, так он рубаха-парень. В одной рубахе и живем. А как зубы стали выпадать, Тамара, спасай. А я не семижильная. 12 лет тебя на хребте тащить. В общем, Виктор, ты меня вывел. И вот сейчас, поговорив с тобой, я до конца убедилась, что я права. Я от тебя ухожу. Слава Богу. Что? Я смотрю, у нас и голос прорезался. Полегчало. Ну ты смотри, что творят с этой собакой. Николай Васильевич, заберите свою собаку. Ну, может же покусать. Ну, давай. Ну. Специально, Гриш, да? Я ж слежу. Специально. За детем слежу. А я без дитя вышел? Давай. Чем больше женщину мы любим,
так. Тем легче нравимся мы ей. Легче. Автор из 5 букв. Легче, легче. Легче. Ну, это значит, был какой-то... Это не легче, это с физикой. Да. Легче, легче. Думай, Гриш. Так, легче. Гриш, думай. Попробуй. Не Эйнштейн ли? Эйнштейн. Эйнштейн ли? Эйн. А, Эйн. Ли это предлог. Эйнштейн. Я сказал, не Эйнштейн ли. Не подходит. 5 букв. Не подходит. Ей люстак. Нет, это длинное, сам чувствую. Специально, так, да? Так, бойль, специально. Сейчас бойль мрет. Кюри. Кю мало. Может, Ньютон? Как? Ньютон. 5 букв. Как? Ньютон. А. Ньютон. Правильно, Ньютон. Подошло. Ну так. Яблоки снегу. Яблоки. Если 20 на 3, это на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
20. Есть. Есть. Серьезно? Конечно. Конечно. Ну-ка. Что? Это личный мемер. Че? Так. Сам делал? Серьезно? Конечно. Значит, это сюда, сюда, сюда. Нет, нет, нет. Не получается. Серьезно? Конечно. Хотя, знаешь, если мы это просчитать, курва минус 7,1А на ЖЕ, конечно, и помножено на пельмени закинешь, то все равно не получается. Серьезно? Конечно. Миха! Значит, вот... Вот это, вот это, вот это, даже синий, да? Вот это все, видишь? Вот, вот это все. Да. Вот это все, вот. Видишь? Вот, вот оно все. Вот, видишь? Все. Серьезно? Конечно. Мальчишки, что затихарились? Врач вас ждет на процедуре. Давайте, конечно, давайте. Ну, конечно, конечно. Ну, поздравляю, мальчик. Атас, пацан, клево, наследник. Сколько? 3600. Подорожало. В прошлом году 3200 было. Рублями можно? Так, а... По курсу. Даша, я сказал, не тронь собаку, мать, потом и тебе, и мне. Будем Дашей заниматься или кроссворд решать? Давай, Гриш. Давай, ладно. Любовь к сердцу мужчины лежит через 7 букв. Через 7 букв. Через 7 букв. Рестора. Ресторан не подходит. Хоккей? А? А нет, 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 сейчас, 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 сейчас. Значит, через похода. 7... Рыбалка. Пробуй. Водка. 7 букв. 7, водка 5. 7, 7. Через 7 букв. 7 букв. 7. Футбол. Гандбол. Гриша. 7. Подошло. Гандбол. Гандбол. Ты такой талантливый, слушай. Давай, следующее. Thank you.
Крик о помощи, три буквы. Эхо. Ухо. Гриша. Ну, как ела на сковородке. Крик о помощи, три буквы. Помощи. Эй. Две буквы, эй. С восклицательным знаком. Слушай, хватит, а? Ну, хватит. Может, сос? Как? Сос. Сос подходит. А что такое сос? Служба спасения. Сос. А... Да служба спасения 2 САО. О! А,